этот, он же ж не для того, чтобы поставить оценку, да, там, чтобы, а для того, чтобы родитель умел общаться со своим ребенком. А какой ребенок вырастет, в том социуме мы будем, старость наша будет, в том социуме мы будем жить. Это для всех обязательно надо этот курс. Обмен опытом в воспитании ребенка, обсуждали проблемы, у каждого, в принципе, они все похожи. Ну, то есть это, да, помогло очень познавательно. Скажем так, я стала легче воспринимать детей, их требования, их просьбы, их желания и больше времени проводить с детьми.